В милицию обратилась жительница старых дорог с заявлением об угоне автомобиля «Жигули». Женщина живет с семьей в доме с неохраняемой стоянкой, где и ночует копейка. Заявительница рассказала, что ночью ее дочь в окно увидела силуэт человека. Непрошенный гость проник во двор, забрался в «Жигули», завел мотор и начал двигаться. Отец семейства не растерялся и выбежал на спасение семейной реликвии. Он схватил злодея за одежду, но тот рванул вперед, протащив пенсионера по земле несколько метров. Когда злоумышленник не справился с управлением, машина врезалась в стоящий автомобиль, но угонщик успел скрыться. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похожий угон пытались совершить в соседнем доме на той же улице. В 3 часа ночи злоумышленнику не удалось угнать Volkswagen. Обрезав проводку, он тщетно пытался завести автомобиль. Машина не тронулась с места. Неумелым угонщиком оказался 19-летний парень. Ранее героем криминальных историй он не был. Видимо, во всем виноват алкоголь. Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту угона. За него предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы.